Приветствую вас, и ответ на ваш вопрос достаточно простой. Нужно просто перестать ссориться. Но вся проблема заключается в том, что вы ссоритесь. Именно вы ссоритесь, Алена. Не ваш молодой человек, а вы. И вы это делаете, потому что вас что-то задевает в его отношении к вам, в его поведении к вам, в его поведении по отношению к вам. Что это заставляет вас, я бы даже сказал, он не заставляет, это не очень хорошее, наверное, слово заставляет. Я бы сказал, что его поведение стимулирует у вас реакцию в виде ссоры. То есть, допустим, ему не нравится то, что вы делаете. В обычной ситуации человек просто, в обычной ситуации человек просто перестает делать. То есть он просто перестает делать то, что вот, собственно говоря, делает. Вот. Ну, не нравится? Хорошо, делай сам. Вместо этого вы пытаетесь кому-то что-то доказать. В том числе доказать и своему молодому человеку. Для чего? Почему? Потому что вам это важно. Потому что вам это нужно. Потому что для вас является необходимым что-то ему доказать, ибо через него вы ведете определенную борьбу с самой собой. Через него вы пытаетесь доказать себе что-то, потому что он, молодой человек, вызывает у вас сомнения. Сомнения в том, а действительно ли вы правильно делаете, а действительно ли вы чего-то добились, а действительно ли вы там верно делаете свой выбор, ну и так далее, и так далее. Понимаете? Вот. То есть, это вот то, что происходит. Для него ссора, вероятно, является средством контроля, средством власти над вами. А вы, в свою очередь, не имеете достаточно ресурсов для того, чтобы сохранять свою автономность, в результате чего не чувствуете себя в безопасности, чувствуете угрозу, а значит необходимость агрессировать и защищаться. Соответственно, для того, чтобы не ссориться, вам необходимо, вот именно для того, чтобы не ссориться, вам необходимо свое собственное отношение к тому, что говорит молодой человек, и к самой себе изменить в сторону большей независимости, в сторону большего контроля именно над собой и в сторону большей, можно сказать, автономности. Вот так вот, в сторону большей автономности, вот, большей самостоятельности.
Поскольку ваши отношения достаточно сильно похожи на созависимые, то я бы рекомендовал вам ознакомиться с этой темой. Я бы рекомендовал ознакомиться с этой темой, потому что она очень важна для вас здесь и сейчас. Важна для вас, потому что если вы действительно чувствуете зависимость от своего мужчины, если вы действительно чувствуете себя несамостоятельной, то с этим нужно будет работать. Ну а первым шагом станет понимание, да, понимание того, что я зависима, ну, например, я зависима, вот. Дальше. Значит, сами ссоры имеют определенную выгоду для молодого человека и для вас. И потому эта выгода, которую вот каждый из вас имеет как партнер, необходимо четко себе представлять. Для чего ссорится молодой человек? Для чего ссоритесь вы? Понимаете, если молодой человек не будет получать для себя в ссорах с вами того, что ему нужно, того, что он хочет, то соответственно, и ссориться мотивов ему не будет. Или будет, но гораздо меньше. То же самое касается и вас. Если вы увидите выгоду, то есть свою обратную связь, желаемую обратную связь в этих ссорах, вот, и рассмотрите альтернативные возможности реализации этой выгоды, то вам ссориться также будет не нужно. Чтобы избегать ссор, еще раз, Алена, нужно просто перестать ссориться. Ссора одного человека невозможно, в принципе. Ссориться могут только двое. И, соответственно, вы, получается, своим поведением, волей-неволей, участвуете в ссоре. С другой стороны, ссоры – это показатель проблем. Ссоры – это показатель неудовлетворенности. Ссоры – это показатель определенных желаний людей. И вместе с тем, ссоры – это заменитель близости. Есть психологическая игра «Скандал», которую вы можете посмотреть в интернете, там это описано более подробно. Так вот. Мало избегать ссор. Необходимо из ссор делать выводы. Необходимо принимать решения, необходимо опыт
извлекать. Именно из ссор. Вот. А если вот вы не будете этого делать, да? Ну, соответственно, толку, как бы, да? То есть, какой толк? В таком случае, в том, что вы там помирились, например, и так далее. В этом нет никакого смысла. Поэтому для вас необходимо в первую очередь выявлять хотя бы для себя определенные выводы из ссор. Вот. И только тогда можно надеяться, только тогда можно рассчитывать, что вы не будете просто избегать ссор, оставляя при этом назревающие проблемы, а вы будете именно решать эти самые проблемы. Вот. Совершенно очевидно, что у вас и у вашего мужчины, да, есть трудности, есть противоречия, есть, ну, какие-то негативные, деструктивные паттерны поведения. Вот. И соответственно подобные проявления необходимо отделять от других людей. То есть вот есть определенные проблемы у меня, да? Вот. Есть определенные проблемы у меня, ну, допустим, допустим. И в этом, а может быть, лучше сказать, за это ответственна только я, не мой молодой человек, не мой мужчина, а я, только я за это ответственна. Я ответственна за те чувства, я ответственна за те, значит, процессы, которые происходят внутри меня. Например. И для того, чтобы их решить, эти процессы, вот, мне не обязательно ссориться со своим молодым человеком. Мне вообще не обязательно с кем-либо ссориться для этого. Я могу решить свои проблемы сама. Например. Ну, именно например. Понимаете? Вот. Вот примерно так. А последнее, о чем можно сказать
пожалуй. Это только о том, что 22 года в современном мире возраст достаточно небольшой. И не исключено, что в ссорах вы проверяете границы друг друга. Поэтому если проблемы, если причины ваших ссор являются непостоянными, то есть у них нет системы, ну, можно сказать, что это нормально. Можно сказать в таком случае, что это вполне нормально для людей вашего возраста. Вот. Если же у ссор есть одна такая модель, да, то есть вот вы говорите, что он критикует, ему не нравится все, что вы делаете, вот. Ну, у этого же есть причины какие-то, да? То есть почему ему не нравится то, что вы делаете? С какого момента ему стало не нравиться то, что вы делаете? Ну, как вы восприняли в первый раз то, что ему не понравилось, что вы делаете? Как вы отреагировали на это? По факту. Вот. Понимаете? И вот это тоже необходимо изучать. Это тоже необходимо исследовать. Вот. Понимаете? А вот, в принципе, то, что можно вам сказать по факту, по вот тому, что вы написали, вот, ну, непосредственно, да? Вот. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. А если у вас остались вопросы, пишите, давайте не стесняйтесь. Мужчина своего тоже привлекать, если хотите, можно все это прорабатывать, все это можно посмотреть. Кстати говоря, ссоры еще могут возникать из-за несовместимости, банальной несовместимости с основных частей личности, поэтому их как бы тоже нужно рассмотрим. Ну, рассмотреть вашу совместимость нужно. Вот. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.